бойові нагороди в бойових умовах. Напередодні нашого патрійного свята, Дня захисників і захисниць України, Дня українського козацтва, Дня покрови Пресвятої Богородиці, я вас вітаю, по-перше, святами. Я дякую вам за службу. Я бажаю, щоб в ваших сім'ях був мир та злагода, щоб ви завжди мали перемогу над ворогом і щоб після виконання бойових завдань ви повертались додому живими і ушкодженими. Фронтовий драйв. Все почали з Херсонського направлення і потім вже по долі судьби нас перекинули сюди. А здесь то же самое, ничего военного. Есть, где есть русня, там надо ее нищить. Где, что надо нищить, 518-й работает. После всех событий у хлопцев особого склада дикого поля кровь кипит, понимаете? Кровь кипит, все хотят рвать скотов дальше. Хотя будем говорить объективно, 518-й потягано. Любая наша перемога, это каже о мотивованості особового складу, це каже о понятии рішення бойової задачі тільки путем силовим, тільки путем силовим. І люди не шкодують себе, вже ж отработали Москву, комбат. Москва наша, зачищаємо, зачистили, зачистив Москву, йду на Питер. Идем на Питер, огонь переносим на Питер, там командуем, все дела, батареи по Питеру, огонь. Пошли дальше, ну так на кураже оно звучит так. Перемога будет за нами, потому что, ну, как бы там ни казали, как Русня сейчас там это рассказывает, что мы одна из самых сильных армий Европы. Хрен, мы самая сильная армия в мире. Провісники перемоги. Все это было буквально на словах, по картам показали, где кто должен заходить, какие улицы мы должны зачищать и что мы должны обнаружить. И как бы вкратце все обговорили и поехали заниматься своей задачей. Там Яковенково, там еще какое-то село, там мы за одни сутки освободили около 3 поселков, поэтому потом мы там сильно не сосредотачивались, мы поехали дальше, дальше, дальше. И никто не ожидал, что мы так резко будем контратаковать на этом направлении. Шансов у них не было, но мы были готовы ко всему, поэтому как можно быстрее мы отправились и контратаковали. Когда они слышали нашу колонну, они просто отходили в быстром образе. Столько техники они оставили, техника понадобится всегда, потому что если учитывать, с чем мы воевали до и с чем мы воюем сейчас, это совершенно разные вещи. Я знаю, за что я воюю, знаю, за кого я воюю, и как бы этим все сказано. Блин, это моя батьковщина, и как бы я считаю, что здесь другим не место. И победа за нами, тогда можно уже и на відпочинок. Нас ніколи не здолати. Мы двинулись под Николаев, и там уже были в противодесантном резерве. Были постоянные угрозы высадки массового десанта. Ну так нам и не довелось встретить русский десант, хотя мы очень все его ждали. Поступила команда, что так и так, наступ на Харьковском направлении. Так как я из Балаклея, я был очень рад, поэтому я всех мотивировал очень хорошо. Это для меня было дело принципа. Но не довелось мне наступать на Балаклея, мы наступали с населенного пункта Пришиб и на Яковенково. Там у меня дача, поэтому это тоже моя родина. Я там все знал. Так как мы были головной эпохидной заставой, головная эпохидная застава, она забезпечивает вид основных сил. Мы были первой ротой, которая заходила, проламывали оборону противника в населенном пункте Яковенково, и за нами уже шли основные наши силы. Когда противник понимал, что мы уже проломили оборону, и мы уже заходим в глубину его обороны, он начинал просто уходить с позиции. То есть мы его догоняли, они просто убежали. Побросали много техники, много оружия, много боеприпасов и убегали.
We'll be right back.